Космос. Земля. Ближайшее будущее. Конец 20 века. Землю охватила ядерная война. Из радиоактивного пепла Америки восстанет новый солдат. Мозг в норме. Эта волна, 4 удара, растет. 4 и 6. Отлично. Теперь-то это снижает до половины. Приводы рук и ног в норме. Кибер сердца в норме 130%. Он сильный. Загружаем программу. Сержант Рекс Пауэр Кольт. Теперь вы Марк 4. Получеловек, полумашина. Это киберсолдат. Просыпайся, сукин сын! Технари говорят, ты подтормаживаешь, нужно подкрутить настройки. Мне? Я-то в отличной форме, брат. Любой мужик позавидует. Я смотрю, у тебя одни мужики на уме. Мы почти у цели. Загружаю приказы терновника. Ваша цель — проникнуть в бункер противника и достать планы их операций. Огонь на поражение. Уровень угрозы черный. Повторяю, черный. Требования Женевской конвенции игнорировать. Так кого нам нужно разнести, лейтенант? Неважно, сержант, но черный уровень означает одно, там полно солдат. Хреновые новости, Спайдер. Тревога, тревога. Эрдодрон СИМ-3 обнаружен лазерным радаром. Уклонение. Это то, о чем я подумал? Прям как тогда, в Центральной Америке. Пора повеселиться. Я их отвлекаю. Покажем этим уродам, как работают киберсолдаты. Пусть знают, что такое Марк 4. We'll be right back.
Ручное управление. Включай обучение. Объект сержант Рек Пауэркольд. Принято. Загрузка базового руководства. Пакет 101. Армейская навигация для чайников. При скрытном перемещении оружие убирается. Ну ты и сволочь. Пока! Да твою ж мать! Прыгните, если хочется. Спайдер, ненавижу. Пригнитесь, чтобы стать ниже. Убейте меня кто-нибудь. Чтобы оглядеться, оглядитесь. Это не круто. Перемещение перемещает вас в разные места. За что? Бег — это как ходьба, только быстрее. Черт. Это руководство мешает вам заняться резней? Подкравшись к противнику, можно убить его ножом. Позволят легче найти противника. Отвлеките противника броском Дайса. Задрот. Омега. Не нравится мне все это. Я прикрою. Душа у тебя, то, что надо. Да. Можно выполнить серийное убийство.
Делай дело. Ты как? Язык не порезал? Что-то напоминает. Можно залезть выше. Правда? Загрузка советов азбуки войны. Ненавижу долбанное руководство. Особенно это. После убийства ножом вы можете убить ближайшего врага сюрикеном. Thank you.
знаю, забавно. Выполнено. Зерно, почему не сказали, что это Омега? Это уже не Омега. Клоун спятил, и мы должны знать, почему. Скопируйте данные с сервера в бункере. Рекс, это ж Слоун. Полковник Айк Слоун. И я с ним служил, Спайдер. Кто угодно мог тронуться, но не он. Так ты готов садить старика пулю? Давай доберемся до места, а там разберемся, что ты думал. Сборщик 8000-й модели. Из-за них в Детройте людей рабочих вообще не осталось. Тебе туда. Вали всех ублюдков подчистую. Используйте мостки, чтобы подкрасться к врагам и оказаться прямо над ними. Я прекрасен на опасность!
теперь ищем Сендер. Ага. Красное копье. Да, баллистическое. Я думал, эту дрянь всю списали. Я слышал, их еще используют. Для проверки новых боеголовок в канадских пустошах. И что внутри? Думаю, лучше не знать. Задача выполнена. Сервер найден. Вот он! Мы нашли сервер. Сливайте данные. Давай колдуй, лейтенант. Эй, завидовать старшим нехорошо, братишка. Тревога. Попытка взлома в бункере Кимбл. Введите пароль. У вас 20 секунд. Спайдер. Черт, да знаю, я знаю! 5, 4, 3, 2, 1. Система безопасности включена. Предстартовая проверка. Подготовка к удару по штабу противника. Вертодром засек тепловые сигналы. Много движется к вам. Готовятся к запуску. Лейтенант, я тебя прикрою. Давай! Задача. Прикрыть лейтенанта Брауна при взломе системы. Придется подключиться напрямую. Нейропроцессор может накрыться. Спайдер, ты обязан выжить. У тебя дома жена и ребенок. Рекс! Если не выйдет, скажи им! Скажи, я погиб за свободу! Сам все и скажешь. Понял меня? Ладно. Была не была. Так, я прошел первый уровень защиты микроботов. Давай. Сламываю привод. Еще минута. Шустрее. Лезу в память. Мне нужно время. Применяю обратный код. Почти получилось. Декодирую слоты Франца. Не мешай мастеру, малыш. Спайдер, соберись, лейтенант. Что делать дальше? Черт, вертодрон 7-3, срочная эвакуация. Лейтенант Браун ранен. Вертодрон 7-3, уже в пути. Рекс, слишком много данных. ИИ поврежден, кровь! Удар по штабу, предстартовый отсчет. Скажи, что мне делать?
Запуск идет автоматически. Найди главный пульт. Раз... Что? Разломай блок зажигания на пульте. Стреляй по мозгоблоку. Рэк, стреляй! Черт! Комп, где здесь пульт управления ракетой? Принято. Выделяю цель. Задача. Уничтожить резервный блок зажигания. Ракета готова к пуску. Отсчет до удара продолжается. Отказ памяти в секторе Альфа-Альфа-Зу. Гамма-Дельта-Дельта. Отказ памяти. Фиксировка расчета. Управление зажиганием отключено. Отсчет остановлен. Отсчет остановлен. Отсчет остановлен. Перезагрузка. Готово. Полковник, связь восстановлена. Спасибо, Дарлинг. Доктор Дарлинг. Доктор Элизабет Вероника Дарлинг. Полковник Слоун, это же мы. Сержант Рекс Хольт, лейтенант Дити Браун. Ну, конечно. Что, они послали убить меня? Вас? Вот кто? Настоящие безумцы. Дарлинг, это два настоящих Марка 4. Экстракласс. В прошлом. Я знаю, что случилось с вашим лицом. Да, плата за силу. Она злая, капризная стерва. Зато тигрица в постели. Сэр, что случилось? Нам сказали, вы дезертировали. Наверное, ошибка. Даже после ядерной бомбардировки Канады и захвата Австралии, мир полон пацифистов. Мы утратили ориентиры, господа. Наше правительство говорит о примирении с красными. Но я нашел способ восстановить баланс. Рекс, он точно псих. Что вы должны были сделать со мной и Омегой, а? Что известно в Вашингтоне? Простите, сэр, при всем уважении. И вы купились на их гнусную ложь. Очень жаль. Ты скачал мой сервер себе в мозг? Пошел ты! Я знаю, что ты задумал. Арки 4 всегда были слишком независимы. Какого хера? Вот да! Любого можно укротить или заткнуть навсегда! Ты труп. В серию Марк 4 вложен весь мой боевой опыт. И знаешь что? Вот еще и мое благословение. Черновник, прием. Сержант Рекс Кольт? Кто это? Доктор Элизабет Дарлинг. Она настроила связь, пока осматривала вас. Слоун перекрыл связь с терминником. Черт, что это было? Посылаю координаты укрытия. С чего мне вам верить? Я ненавижу Слоуна. Ладно, Том, каков план? Действуйте тихо. Драконы плохо видят, но людей и киборгов едят только так. Что? Эй! Сканирую пещеру.
Обнаружен выход. Задача – выбраться. Внимание! Вы безоружны и совершенно беззащитны. Избегайте встреч с киберсолдатами.